тон, продолжаю видео. Тон дает, но мы через него... еще раз, подожди, мы... у меня видео, кажется, кончилось. Подожди, мы через него пробиваемся. Ага. Через тон. Да, еще раз попробуй, покажи, как это есть. У меня видео кончилось. А-а-а. Я не снял. Вот это сопротивление антенны. Чем оно меньше, тем лучше. А вот это мощность. Аля! Еще раз попробуй. 100 ватт. Она больше не дает. Ага. У меня видео просто по 8 минут можно снимать, потом прорывается. Видишь, что, я не заметил, как кончилось. Давай еще раз попробуем что-нибудь. Тихо. Спасибо, Алексей. Старички, послушай. Здоровья, услышимся. 73, пока все. Ну, я не удержусь. Александр, удачно тебе вечер там. Нельзя. Дай мне тогда дуть. Тише, блядь. Кто-то подходит всегда. Приветствую, оно ничего не говорит, орёт, понимаешь, как шестой палат. Нихуя, у тебя мощный. Видимо, откуда-то оттуда. Оттуда всех военных полей. Привет, слышу я тебя, слышу, мой дорогой, например. Ульяна Борис, 4, Харитон, Галина Борис. А не ты? Да я, знаешь, не ты. Тот ничего не говорит, ни я, ни никак. Тот орёт и все. Так вот. Ну там он ходит, наверное, его слышали неоднократно. По-моему, оттуда откуда. Блин, а сейчас не хочет слышать. Ага. Ваш. А он разговаривает. Да не тарахтя с торпедой, блин. Мы на него включились. Жить без тебя не могу. Он все никогда не мешает. Здоровья ему. Здоровье друг со женой, блядь. Здорово. Один раз я ее остановил эгоизм, значит, это самое. Ну и свет не был, фары включены. Ну, остановил меня к себе в машину, значит, протокол тут пишет, ну, отцов, сам знаешь, тут руки затряслись. Я говорю, мне уже это, ну, я только выехал, говорю, ну, палец. Ну, дядьки, все, разошлись в разнос. Выключай. Интересно. Давай 7.55 или 7.50. Нет, не интересно. Не хочешь? А я же с ним без связался. А давай их послушаем хотя бы. Не интересно. Да. Ну дай послушаю я их на твою станцию. Ты сегодня гость, слушай, что хочешь. Давай, мой послушай дорогой. Послушай я тогда. Оп, погнали. Антенна не настроена. Как я их обожаю. О! Модуляция другая. Ты думаешь, у них верхняя, что ли? Да. Они включают там это, какого-то десантников. В другой модуляции. Не-не-не, ты вообще ушел от них. Нет, подожди. Ну ладно, я пока. Play. Включаем вот эту секретную хуйню. Раз, два, три. Какая частота была? 7.055. Рад 78. Нет, это то, что мы слушали почти что. А 7.055 это эти были. Хулиганы. Саратов, Роман 4, центр, краткий Борис. Роман 4, центр, идет Борис и группа, прием. Ну ладно, короче, ты их не слушал особо. Ну ладно, ясно. Слушаем. Ты что-то рано провытил, я хотел побольше с ним. Опа. Нельзя, нельзя, туда нельзя кричать. Туда нельзя кричать. А мне так хочется. Ладно, давай куда-нибудь я мотну, и ты с кем-нибудь свяжешься, куда Давида. Мотай куда хочешь. Где ты можешь с кем-нибудь связаться? Ручку только найди мне. Ручку?
хочу, чтобы ты насладился вот этим. Вот, смотри. Ага, я тебя понял. Понял? Да. Так, ладно. Начали охота. Самое главное, Виктор, будь здоров. Тебя с праздниками. И до встречи в эфире. 73, пока. Да вот, по-моему, он точный. Спасибо, что подошел. Это уже низко, высоко пошло. Попробуй, братух, с кем связаться. Интересно послушать. Думаю, сейчас вообще прохождение, мне кажется, есть. Сейчас неинтересное прохождение. Давай громкого найду кого-нибудь. Алексей, пятерка деревянская, Юра, бирюза и грива. Крестов не вижу, буду в голове. Рад тебя слышать, Леш, на приеме. Ну, это вообще громко. Спасибо. Как дела? Как погодка там в Краснокамске? Пермская область, Синакаме. У нас, что-то я не знаю, дожди, грозы постоянно, ты знаешь, Леш. Такая беда идет прям. В огород не выйдешь. Короче говоря, дожди бьют. Ну и грозы, конечно. Постоянно грозы идут. Как погодка в Краснокамске-то на приеме? Ну, покажи антенну, кстати. На которую связь идет. Это слушай мы. Вот эта хуйня может сгореть от другой антенны, которая рядом стоит. Так, а где у тебя передающая? Передающая, вот потихонечку, вот иди сюда. Вот. Туда, короче, залезь. Ну давай. Давай. MFJ1620 называется. Опа. Далеко не надо. Так, а я ее не вижу. А вон свой дом, посмотри, с